Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight, 4 класс. Back together. Снова вместе. Задание первое. Listen and point. Послушай и покажи. Then sing along. Затем спой. Hello, everybody. Привет всем! Back together again. Вместе снова. We are happy you can join us. Мы счастливы, что ты можешь присоединиться к нам. We hope you feel the same. Мы надеемся, ты чувствуешь то же самое. Remember Larry and Lulu? Помнишь Larry и Lulu? Maya and Parker too? Майю и Пака тоже. And do you remember Chuckles? И ты помнишь Чаклса? They are all back here with you. Они все снова здесь с тобой. Читаю еще раз без перевода. Hello, everybody. Back together again. We are happy you can join us. We hope you feel the same. Remember Larry and Lulu, Maya and Paca too. And do you remember Chuckles? They are all back here with you. Задание второе. Introduce yourself to someone new. Познакомься с кое-кем новым или с кем-то новым. Hi, my name's Kelly. Привет, мое имя или меня зовут Келли. What's your name? Как ваше имя или как твое имя? Hello, I'm David. Привет, я Дэвид. Nice to meet you, David. Рада встрече с тобой, Дэвид. Задание третье. Read and choose. Прочитай и выбери. Then act out. Затем разыграй сценку. Первое. What's your name? Как ваше имя? И вот два ответа. Первый ответ. I am Philip. Я Филипп. Второй ответ. This is Philip. Это Филипп. Ну, на вопрос What's your name? Как ваше имя? Отвечать надо I am Philip. Я Филипп. То есть правильный ответ A. Второе. Sandy's a nice name. Sandy – хорошее имя. И два ответа. Yes, it's short for Sandra. Да, это сокращенное от Сандра. Второе. I like her too. Я люблю ее тоже. Sandy's a nice name. Sandy – хорошее имя. Правильный ответ A. Yes, it's short for Sandra. Да, это сокращенное от Сандры. Третье. Do you like playing computer games? Вы любите играть в компьютерные игры? И два ответа. No, I'm playing now. Нет, я играю сейчас. И второе. Yes, it's fun. Да, это забавно. Do you like playing computer games? Вы любите играть в компьютерные игры? Ответ Б. Yes, it's fun. Да, это забавно. Вот он правильный ответ. Четвертое. Goodbye, Ron. До свидания, Рон.
и два ответа. Первый – «Oh, hello!» – «О, привет!» И второй – «Bye!» – «До свидания!» – «See you later!» – «Увидимся позже!» «Goodbye, Рон!» – «До свидания, Рон!» Правильный ответ – «Bye!» – «До свидания!» – «See you later!» – «Увидимся позже!» Пятое. Whose is this ball? Чей это мяч? И два ответа. It's Peter. Это Питер. И второй. It's Peter's. Это Питера. Правильный ответ Б. Whose is this ball? Чей это мяч? It's Peter's. Это Питера. Вот он, правильный ответ. Четвертое задание. Ask your friends. Спроси своих друзей. Find someone who. Найди кого-то, кто can swim. Умеет плавать. И тут надо написать name, то есть имя человека из твоих друзей, который умеет плавать. Can play soccer – умеет играть в футбол. Can dance – умеет танцевать. Can play basketball – умеет играть в баскетбол. Can draw – умеет рисовать. Can ride a bike – умеет ездить на велосипеде. Can you swim – умеешь ты плавать? Yes, I can swim – really well. Да, я умею плавать реально хорошо. Or, или. То есть можно ответить на этот вопрос по-разному. Можно ответить полный вариант ответа дать. Yes, I can swim really well. Да, я умею плавать реально хорошо. А можно ответить сокращенно. No, I can't. Нет, я не умею. Или not very well – не очень хорошо. И здесь мы встречаемся со словом or. Or означает или. Вот оно. Or – или. Задание первое. Listen and repeat. Послушай и повтори. Then talk with your friend. Затем или потом поговори со своим другом. I've got a present for you. У меня есть подарок для тебя. What is it? Что это? It's a CD. Это CD-диск имеется в виду. Oh, thank you. О, спасибо. You're welcome. Не за что. Ну или пожалуйста, можно. И вот вы смотрите на картинки и задаете вопрос и отвечаете. I've got a present for you. What is it? It's an aeroplane. Это самолет. Oh, thank you. You are welcome. I've got a present for you. What is it? Что это? It's a musical box. Это музыкальная шкатулка. Oh, thank you. О, спасибо. You're welcome. Не за что. I've got a present for you. У меня есть подарок для тебя. What is it? Что это? It's a doll. Это кукла. Oh, thank you. О, спасибо. You are welcome. Не за что. I've got a present for you. У меня есть подарок для тебя. What is it? Что это? It's a ball. Это мяч. Oh, thank you. О, спасибо. You are welcome. Не за что. I've got a present for you. What is it? It's a train. Это поезд. Oh, thank you. О, спасибо. You're welcome. Не за что.
Задание второе. What have you got in your school bag today? Что у тебя есть в твоем школьном портфеле сегодня? In my school bag today, в моем школьном портфеле сегодня, ну, можно перечислить, что у вас там есть. Ну вот примерно так. A pencil box. Pencil box – это пенал. With pens. With – это с. Pens – ручками. And pencils. И карандашами. A ruler – линейка. Books – книги. And copy books – тетради. Обратите внимание, если вещь одна, мы ставим артикль «a». Один пенал – a pencil box. С ручками – много. Артикля нету. Pens и карандашами – pencils. Артикля нет. Линейка одна – a ruler. Дальше – книги – опять много. Books – опять артикля нет. And copy books. Во множественном числе артикль «a» не ставится. Задание третье. This is a library card. Это карточка для библиотеки. Read and answer. Прочитай и ответь. Name – имя. Steve Baxter. Steve Baxter. Имя у него Стив, а фамилия Baxter. Age – возраст. 10. 10. Класс, ну, класс, 4А, 4A. Phone number, телефонный номер. Телефонные номера, кстати, говорятся просто цифры, не как у нас, 203, 587, у них просто 2, 0, 3, 5, 8, 7 и так далее. Вопросы. What's Steve's surname? Как фамилия Стива? His surname is Baxter. His – его. Surname is Baxter. His surname is Baxter. How old is he? Сколько ему лет? He is 10. Ему 10. What year is he in? Ну, по-русски это в каком классе он учится. He is in 4A. То есть он в 4 А. What's his phone number? Какой его номер телефона? 2, 0, 3, 5, 8, 7, 6, 4, 1. 0 – это либо 0, либо можно… Ну, 0 он на букву О похож, поэтому иногда можно сказать просто O. То есть можно сказать 2, 0, 3, 5, 8, 7, 6, 4, 1. Задание четвертое. Copy the shapes. Перерисуй фигуры или скопируй фигуры. Listen and color. Послушай и раскрась. Then say. Потом скажи. The big triangle is blue. Большой треугольник синий. Ну, здесь есть big square, большой квадрат, small square, маленький квадрат, a star, звезда. Дальше. A big circle, большой круг, a small circle, маленький круг.
Задание пятое. How good is your memory? Насколько у тебя хорошая память? Work with a friend. Работай с другом. You've got 6 minutes. У вас 6 минут. Write the names of. Напиши названия 4 subjects. 4 предмета. Имеется в виду школьных предмета. Например, maths, математика, history, история, literature, литература, English, английский, music, музыка, art, ИЗО. Вот это все школьные предметы. 5 memories of a family. 5 членов семьи. И вот это страшные два слова, Е и Г, две буквы. Это example, пример. Grandma, бабушка. Grandpa, дедушка. Mother, мама. Father, папа. Brother, брат. Sister, сестра. Вот это вот все члены семьи. 5 colors. 5 цветов. Ну, например, red, красный, green, зеленый, blue, синий, pink, розовый, black, черный, white, белый. 4. 5 food or drink items. 5 вещей, которые принадлежат к еде или к напиткам. Ну, какая может быть у нас еда? Сэндвич, сэндвич, кейк, пирожное или торт, пицца, пицца, бургер, бургер. То же самое касается напитков. Вот он, кстати, вам уже его нарисовали здесь. Juice, сок, water, вода, milk, молоко, tea, чай, кофе, кофе. 5. 3 things you can find in your room. 3 вещи, которые ты можешь найти в своей комнате. Например, a chair. Стул, a table, стол, a bed, кровать, a sofa, диван. 6. 3 animals that have got 4 legs. 3 животных, у которых есть 4 ноги. Это и собака, a dog, кошка, a cat, лошадь, a horse. Ну, это может быть и корова, a cow. 7. 3 things you can find in a kitchen. 3 вещи, которые ты можешь найти в кухне. В кухне ты можешь найти плиту, a cooker, холодильник, a fridge, шкаф для посуды, a cupboard. 8. 3 activities you can do in the evening. 3 вещи, которые ты делаешь вечером. Что вы делаете вечером? Например, watch TV. Смотрим телевизор. Play computer games. Играем в компьютерные игры. Do homework. Делаем домашнюю работу. Вот, собственно, все эти вещи мы делаем вечером.